Красоты набережной и старинные купеческие дома. Ветераны труда и боевых действий увидели Самару с другой стороны. Новые памятники, красивые площади и интересные истории о родном городе. Но главная цель автобусной экскурсии – побывать в космическом музее. Среди тех, кто захотел узнать больше о вкладе самарских ученых в освоение Вселенной, оказалась и Наталья Перегудова. Женщина много лет проработала на Алтайском заводе, где занималась наладкой и обслуживанием станков. Вернулась в Самару и теперь заново открывает для себя город, улицы и пляжи Волги, на которые ходит закаляться каждый день. Я хожу утром или вечером на Волгу, искупаюсь и домой. То есть это моя жизнь. А с точки зрения самого города... Город, конечно, изменился. Раньше мы ходили на площадь Куйбышева, когда молодые здесь были, к памятнику Ленина ходили, жили вот этой жизнью. А сейчас, посмотрев вот эти фильмы, вот эти моменты, просто не узнать Самару. Это такая красотища. Такие экскурсии для ветеранов проводятся второй год при поддержке Департамента опеки и попечительства социальной поддержки населения Самары. В этом году тематика поездок связана с космосом в честь столетнего юбилея Дмитрия Козлова, почетного гражданина и конструктора ракетно-космической техники. На следующий год организаторы планируют рассказать об истории других районов города и добавить в программу новые достопримечательности, например, футбольный стадион «Самара-арена». Нового, интересного много. Я, например, никогда не знала, что... На цирке крыша в клеточку, как фуражка у Попова. Мне бы хотелось еще посмотреть вот, храмы, мечети, ну вообще вот, с этой стороны еще посмотреть. Я никогда не знал, не видел, где у нас синагога расположена, тоже интересно. Экскурсия очень интересна, потому что мы живем в городе, но нет времени сходить посмотреть город. Многие даже и не знают, особенно наши достопримечательности. За последнее время появилось достаточно много новых достопримечательностей, памятников, что-то мест. Поэтому интересно еще раз посмотреть на город. Я думаю, что ветеранам это очень интересно. И будут довольны этой экскурсией. Городские экскурсии будут проходить еще 2 недели. Следующая поездка состоится 23 октября. Она также будет связана с космосом. Участники попадут в музейно-выставочный комплекс «Самара-космическая». Валерия Куценко, Константин Головин. События.